Так, еще раз всем привет. Стираю я опять, у меня вновь стирка. Стираю на смешанной ткани у меня 50 минут осталось. Стираю я ветровку свою, ветровочку. Вот, она взвесила минимальное время, час 06. В принципе, для такой, знаете, легкой ветровки это вполне адекватно, я считаю. Вот, стираю гелем, таким вот персиловским. Что-то как-то, не знаю, надоел мне порошок. Я хочу постирать гелями и капсулами, вот. Поэтому, да. Сегодня хочу, пока вот сейчас у меня... Так сказать, ремонт уже вечер, ближе к ночи. Ремонт на сегодня окончен. Я могу спокойно поснимать, ничего мне мешать не будет, да. Вот, хочу поговорить вообще о средствах с вами, да. О средствах, вот. Поэтому, да. Вот, что хочу, кстати, сказать. Ну, я вам уже показывал, да, свои средства, вот. Ну, вот. Что хочу сказать про вот эти вот капсулы. Вот, немножечко поговорим с вами, да, о средствах, почему бы и нет. Вот, сейчас у меня вот такие вот капсулы, я уже показывал, да, вот ариэльские масла шей, вдохновленные природой. Что хочу сказать, мне кажется, то, что, на мой взгляд, это, ну, лучший запах из всех вот капсул ариэль. Не знаю, я уже не помню, какие там вот по запаху те же самые горный родник аромат. Именно в капсулах, я не говорю про порошки, про гель, именно вот про капсулы. Вот, знаете, такой запах прям... Такой сладкий. Ну, это, вы знаете, масло ши, конечно, да. Вот и в порошке он идеально пахнет. То есть, прям вот не придраться. Вот. У меня был еще и вербена порошок. Ну, да. Сейчас мы говорим про капсулы, поэтому, да. Еще, знаете, вот такие вот они синенькие. Точнее, не синие, а вот голубенький такой гель внутри. То есть, с чем-то похоже на тай. Вот. Ну, и персиловские у меня капсулы. Я их уже два раза использовала. А вот ариэль я еще ни разу. То есть, ни одной капсулы я оттуда еще не это... Не брал, не стирал еще ими, вот. Поэтому, да. Сейчас у меня вот идет стирка, вот все так прекрасно насыщается. Вот. Знаете, прям вот этот гель прекрасно пенится, дает такую мыльность, прям хорошую довольно-таки. Насыщенную, да. Вот. Ой, да, но я уже говорил, да, то, что я заказывал, точнее, не заказывал, а заказал на Валберес, как его, кондиционер Ленор, вот, потому что, да, ну, вот у меня из кондиционера сейчас Вернели только, такой вот, у меня вот такого вот не было, именно до 140 дней, у меня был-то, помню, такой до 100 дней в 2020 году, по-моему, да, и то сейчас они что-то название поменяли, дивная Магнолия, раньше он как-то назывался, помню, масло хлопка, такой же зеленый. Вот, масло хлопка и пион какой-то, не помню, короче, да. Вот, половина осталась, ну, в принципе, хорошо, что свои свойства-то выполняет. И вот такой вот у меня кокосовая вода и минералы до 140. Вот мой любимый, кстати, аромат кокосовый, давно не брал, вот. У меня в запасе стоит, так сказать, на резерв, вот. Ой, конечно, да, вот что заметил, Леноров очень мало. Очень мало. Обычно, вот знаете, я вот по городу, сколько уже, вот, например, вот захожу уже по городу вот магазины, в какие я уже только не заходил, гипермаркеты те же самые, нигде нету Леноров. Не, есть, но это детские Леноры, да, то есть вот эти вот самые классические детские, скандинавская весна, и то где-то там, вдалеке, может быть, там и встретиться с золотой орхидеей, то редко, сейчас в основном только детские, и тут даже скандинавской весны почти нет, то есть я не знаю, что такое вот с ленорами, то есть ленор от кутюр, вдохновленная природа, вот об этом даже не стоит заикаться, их вообще нету уже, я вообще не наблюдаю, потому что если раньше, я помню, у нас была вдохновленная природа ленор, да, вот, и либо же от кутюр, то сейчас вообще никаких леноров нету. Вот, поэтому я все-таки решил то, что нет, я не буду брать одно и то же. Тем более мне от этого запаха, особенно вот золотая орхидея, знаете, мне как-то тошнит. Потому что у меня было три кондиционера ленор. Это вот у меня была золотая орхидея, потом жемчужный пион и детский ленор. В принципе, по названиям разные кондиционеры, да? Но на самом деле нет, у них аромат-то одинаковый. То есть у золотой орхидеи аромат, ну, как бы, ну, понятное дело, да? Но прикол в том, что у детского ленора почти такой же аромат, и у жемчужного пиона. Естественно, конечно, у меня три кондиционера подряд было, и мне этот запах достал. Еще и двухлитровых, то есть по 2 литра у меня было, это вообще... Поэтому, конечно же, я не буду уже их повторять. Вот, и вообще мне надоели одни и те же кондиционеры, я хочу что-то новенькое. Поэтому я заказал
Этот La Passion, это кутюр, господи, малиновая бутылочка, которая... Я не француз, поэтому не выговариваю ихние названия, это же это... От кутюр то, что это, якобы французских духов. Вот, линейка-то идет. Вот, как раз таки вот я заказал, которого у меня не было. Был еще черный, кстати, тоже от кутюр, черный, но я его в корзину. Он у меня сейчас в корзине, я его потом как-нибудь тоже захожу. Если его еще, он потом наличие на то время будет, да. Вот. Поэтому да. Что заметил еще, кстати, на Валберис. Не знаю, было ли раньше такое, но очень много гранул. Ленор в основном, да, Ленор. Ну, там есть какие-то корейские, но я на них не смотрю. В основном леноровские гранулы. Тоже интересно, кстати, попробовать. Не, ну почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Но они, конечно, стоят дорого. Ну там, я встречал, конечно, которые более-менее дешевые. Но я не знаю пока. Пока я заказал себе кондиционер. Вот, хочу попробовать тот, которого у меня не было. Да. Ну, такие вот дела. Не знаю, вот читал еще то, что якобы бренд Lenor ушел с России, вот. Не, это не в России живу, но просто нам-то средства с России привозят, да, естественно, порошки, ну, всю эту вот бытовую химию. Поэтому, естественно, да, если оно с России уйдет, то у нас-то этого не будет, это понятное дело. Якобы то, что бренд Lenor ушел с России, и получается то, что они сейчас распродают все остатки этого Ленора. Вот. Я не знаю, правда это или нет, потому что писали много чего, и то, что вот LG, Samsung ушли, хотя Samsung уже в Узбекистане производится, они продаются, соответственно, на российском рынке. Вот. И те же кондиционеры, как-никак, они продаются, да, хоть их немного, но они продаются. Вернели дофига, а ведь Вернель же не это. Это не российский бренд, но продается же в России. Вот, не знаю, короче, я не знаю ничего. Вот, насчет Леноров. Порошки-то порошки, Тайды, Ариэли, Персилы, Лоски, они-то все продаются, как продавались раньше, вот. Поэтому, да. Вот, пока я заказал на Валберес себе Ленор, потом, может быть, еще чего-нибудь закажу интересненького по средствам. Может, какие-нибудь капсулки, там, гель, не знаю. Или опять кондиционер. Ну, конечно, я бы попробовал гранулы. Очень интересно, знаете, попробовать. Конечно, когда вот такое вот новенькое, то, что у тебя вот не было, да, то всегда интересно попробовать. Вот, поэтому так вот, так вот. Такие вот дела. Все так насыщается прямо. Ну, мне нравится такая стелечка, знаете, все в пенке. Все хорошо, в принципе. Ну, такая ветровая, как я говорю, ветровка легкая, да. Но я снимаю вам, конечно, отрывок не сначала, ну да. Как получилось уже, да. Вот так вот. Ой, 40, ну, 40 минут плюс-минус остается, не считая минуты одной. Поэтому вот так вот все идеально стирается, я считаю. Идеальная такая стирочка красивая.